Нет, еще не в любом случае. С медалью еще трем дуэтом выступать. Казахстан, да, да, Япония. Япония. Следующая будет выступать пара из Японии. Хирото Уно и Ясухиро Уяма. Их преимущество то, что я французов имею в виду, то, что они уже выступили и теперь только смотрят. Что сделать? Но с другой стороны, вот так вот сидишь, не знаешь, уже все сделал то, что от тебя зависело. И только то ли молиться, то ли глаза закрывать, то ли это просто расслабиться и смотреть. Каждый по-своему может делать. Здесь выступает опытный Йошуру Уияма. Ему 34 года. Несколько раз он пытался завершить карьеру. Участник двух Олимпийских игр. И молодой спортсмен Хирото Уно. Держись! Ай-яй-яй. Большое расхождение в синхроне. Да. Вытянули они, конечно, свою комбинацию, но... Сделали сложную комбинацию. Отличное выступление японской пары Хирото Уно и... Но, а здесь, к сожалению, да, здесь, к сожалению, ветеран, да? Чуть не справился со своим прыжком. Ну, вырулил, молодец. Вот тот, который более молодой спортсмен, Хирото Уно, он чемпион мира среди своей возрастной группе прошлого года в синхронных прыжках. Поэтому здесь тоже, возможно, пробуют какие-то новые сочетания. Кто-то кого-то подтягивает. Но комбинация сложная. Самая сложная из тех, которые мы видели сегодня. 166 единиц она должна быть. Ну или 16,6. Если в баллах. Им надо обойти французов, набрать больше, чем 50,64 балла. Ну, конечно, в синхроне расхождения были значительные, а оценка за синхрон здесь очень много решает. Сейчас такие самые томительные ожидания, да? Нет, не обходят. Да, всего лишь. И даже американцам уступают. Третий результат, да, вот такая ошибка стоила. А все потому, что плохой синхрон, до 16 баллов даже не дошел. And now.